Хорошо, здравствуйте. Ну что ж, сегодня у нас доброе утро, сегодня 2 число, и сегодня я хочу выложить книгу, которую я прочитала. Книга называется «Сара Бернер», то есть Бернер Вербер. Да я не могу, там как один человек, он засыпает, ему во сне что-то снится. Вот все эти интересные он проходит. Вы знаете, когда тебе что-то снится, и ты все проходишь. Это очень позитивно и очень нормально. Поэтому вот эту книгу я и нашла то, что мне нравилось. Когда я беру книгу, я прям ее чувствую, что я буду ее читать. В следующей книге я буду читать, мы с вами называется «Мистик», который я буду читать. Вот. Я показала вам быстро, потому что дело в том, что очень книга занятна, очень книга интересная. И потом она такая, знаете, вот почему-то книга позитивная. Мне эта книга так понравилась. Вот. Ну, сами понимаете, вот, допустим, если мы читаем, потом говорю сейчас. Вот сон не снится, что человек тихо во сне. Приснись, продолжает с открытыми глазами, мир с ним не приснится. Во сне мне будет на самом деле. Я зажмуриваюсь, я закрываюсь. Ладно, если ничего не хочу объяснить, но им верно сопротивляться ровно черного дерева. То есть, понимаете, то есть, что-то ему должно присниться в власти. То есть, во сне он все чувствует себя по-другому, а в жизни совсем не так. Поэтому вот так вот. Поэтому, все понимают, что сны — это наша как бы реальность. Та, которую мы знаем, которую мы чувствуем, понимаете. Вот поэтому эта книга об этом. Только об этом книга. Вот, только так. Вот. Ну, всем пока. Всем до свидания. До новых встреч. Пока. До свидания.